Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я вам хочу показать, как я готовлю кексы. Они у меня на канале уже мелькали. Один раз я их готовила с джемом, один раз я их готовила с плиткой шоколадной. Были очень такие хорошие отзывы о вас, и вы просили этот рецепт. Сегодня я вам с вами им делюсь. И какие ингредиенты нам для этого понадобятся? Понадобится 2 яйца. У меня здесь 300 грамм. Муки, если понадобится больше, я вам скажу. 250 грамм сахарного песка, здесь чайная ложка соды, чайная ложка ванильного сахара и немножко соли. Здесь 150 грамм, где-то 120-150 грамм сливочного масла, или можете взять маргарин. 200 миллиграмм мацони можете взять, заменить на сметану, на кефир, ну, на любой такой кисломолочный продукт. И сегодня мы будем готовить кексики с изюмом. Изюм заранее мы чистим, моем, ошпариваем кипятком, высушиваем, и он готов к употреблению. И приступим. Для начала мы собьем масло и сахарный песок. Масло должно быть комнатной температуры. Вот посмотрите, какое оно мягкое у нас уже видно. Вот так. И сахарный песок. Собьем миксером и вернемся. Взбили масло и сахарный песок, и теперь будем добавлять яйца. По одному. Теперь добавим все сыпучие, вот, и соль, и ванилин, и соду. Все добавим, в моем случае, мацони. И собьем. Мацони сейчас начнет пениться. Ну, вот произошла реакция, вы видите. Вот так оно поднимается, и мы добавим его к вот этой общей массе. И опять собьем. Останется добавить муку и в самом конце изюм. И показываю вам, какая консистенция у теста. У меня ушло ровно 300 грамм муки, ни больше, ни меньше. Но вы смотрите, чтобы у вас тесто было вот такое, крепкое оно. Вот видите, оно вот так очень сложно падает, как бы вот с венчика. Вот такое тесто у нас. И все, добавляем изюм. Но это уже я размешаю ложечкой. Вот хотела вам показать, посмотрите, у нас в магазинах вот продают вот такие разного размера, вот такие пергаменты, кальку специально для выпечки вот таких кексиков. И вот я вам уже показывала, кто у меня со мной давно на канале, видели, что я покупала вот такой противник специально для кексиков. И сейчас мы вместе с вами будем заполнять эти формочки. Заполняем не очень. Давайте я вам покажу одну. И дальше я сама буду заполнять. Вот. Положили. И дадим место. Одна десертная полная ложечка.
и дадим подняться место, чтобы осталось для поднятия кексиков. Ну все, я заполню полностью все формочки и поставлю выпекаться. Температура печки должна быть 180 градусов, не больше. Они подрумянятся сверху, и вы поймете, что они испеклись. Но можете все равно проверить на деревянную шпажку. Дорогие, посмотрите, какие кексики мы приготовили вместе с вами. И вы увидели, как легко и просто они приготовились. И давайте я сейчас попробую один из кексиков, покажу вам, как они пропекаются. Очень хорошо отходит пергамент. И вот давайте посмотрим, какие они нежненькие и мягкие внутри. Вот изюм, видите, собрался. Вот такой, посмотрите, мякушка-мякушка, вот просто. Ну, вот такие вкусные и красивые кексики у нас с вами сегодня получились. И, как всегда, советую, готовьте по моим рецептам, так как вы видите, они самые-самые легкие, простые и на каждый день. А вам я желаю, как всегда, крепкого здоровья и приятного аппетита!